смотрите! Вот она! А я что говорил? Теперь бы подобраться. А ты как, держишься пока? Нормально, привыкла уж. Пока шла с Генри, сама прибила пару зараженных. Можешь мной гордиться. Да. Вам ведь тяжело пришлось, да? О, да. Еще как. А как вы познакомились? Моя подруга Марлин попросила его взять меня к цикадам. Вроде неплохо ладить. Ну да. Теперь я им помыкаю. Правда ведь, Джоэл? К ним лучше не подходить. Это тебе не карантинная зона. Они одичали. Так, вот хорошее место. То, что надо. Что это? А, это машина для мороженого. Для мороженого? Да, мне про них рассказывал Генри. Прямо из машины продавали мороженое. Что? Гонишь, Джоэл? Это правда. Машина колесила по округе, играла громкая музыка, а дети выбегали на улицу и покупали мороженое. Да ладно, хватит тебе. Честное слово. Странное было время. Я же говорил. Стреляю на поражение. Они само гостеприимство. После начала эпидемии начались грабежи. Недолго стать параноиком. А ты помнишь это время? Когда началась эпидемия, мне было всего 5. Я плохо помню это время. Но мы жили в местечке вроде этого. А что ты помнишь? О, барбекю. Родители устраивали охрененные барбекю, приглашали толпы народа. Я до сих пор помню явственно, как пахло тогда. Странно. Кто еще хочет есть? Я. Нет, ребята. Отдохнем, когда доберемся до радиовышки. Ладно.
ложись! Черт! Чертов снайпер! Блин! Видели оттуда? Откуда ты с улицы? Ладно, сидите тут. Нет! Никаких «но». Вы будете его отвлекать. Я попробую зайти с другой стороны. Ладно. Эй! Аккуратней. Вижу! Не спрячетесь! Черт, где эта падаль? Где сволочь?
Опять не решили поиграть? Ну-ка, еще раз! Стой, боку заходи! Держитесь. Блин. Come on.
Вот это жесткач! Ты в порядке, Сэм? Я в порядке. Спасибо, Джоэл. Глянь сюда. Все, разобрались. Пора валить. Вот так. Сэм! Генри! Ай. Сэм, ты молодцом? Я в порядке. Точно? Да нормально все. Пошли, пошли! Идем! Быстро, быстро, быстро! Пока да. Никто не ранен? Нет. Все целы? Ладно, пора уходить отсюда. Идем. Пошли. Догонишь ты? Нет, правда. В день рождения Томми хотел одного. Взять два Харлея и рвануть к океану. А, ну жизнь. Хотел бы я прокатиться хоть разок и умереть. Ну и как? Круто, очень круто. Круто? Ты его слышала? Эй, чувак, подробности, выкладывай. Знаете что, вам тут и двоим будет хорошо. Нет-нет, Элли, это тебе не обычный мотоцикл, ясно? Ты садишься на него, двигатель ревет. С ума сойти! Правда? И откуда ты знаешь? Мне это приснилось. Ясно. Похоже, никто из наших уже не придет. Да. Тяжелее всего будет... сказать это Сэму. Что ж, можно сказать, эти двое нашли друг друга. Что делаешь? Считаю, какую еду мы сегодня нашли. Ясно. И большой у нас запас сладких персиков. Тебя Генри прислал? Нет. А что, должен был? Ну как же, за мной присмотреть. Мы все отлично справились. Особенно ты. Что-то случилось? Не, все нормально. Хорошо. Ну... спокойной ночи. Как ты ничего не боишься? Кто тебе сказал? А чего ты боишься? Например... например, скорпионов. Одиночество. Боюсь остаться одна. Ну, а ты? Всех этих тварей. А что, если внутри них люди? Пленники в теле, которое перестало их слушаться. Вдруг так будет со мной? Окей. Теперь мы одна команда.
Мы будем помогать друг другу, а еще они выглядят почти как люди, но это одна видимость. Генри говорит, что они в раю, встретились с семьями и счастливы. Думаешь, это правда? Я сама не знаю. То есть, хочется верить. Не выходит? Типа того. Да, и у меня. О, я чуть не забыла. Сейчас отдам. Вот. Если он не узнает, то и не отнимет. Ладно, я спать. До завтра. Пахнет вкусно. Доброе утро. Где Сэм? Дал ему выспаться. А. Хочешь с ним поболтать, иди и разбуди. Ладно. Сэм? Сэм! Что такое? Заразился! Ты что? Это же мой брат! Сэм! Твою мать! Черт! Элли! Элли, ты цела? Господи! Сэм? Ну нет! Сэм! Генри! Элли, замри! Генри! Что я наделал? Отдай мне пистолет, ладно? Сэм! Тише, тише, успокойся. Это все ты. Тут никто не виноват. Это все ты! Генри! Генри, нет! Господи! Значит, мы рядом с Джексон-Сити? Осталось пара миль, не больше. Готов увидеть любимого брата? Сложный вопрос. Нервничаешь? Сам не знаю. Вот тебе и дорога. Пойдем по берегу. Река приведет нас к Томми. Давай. А что у вас произошло? Ты о чем? Вы с Томми не вместе. Значит, что-то случилось. Небольшая размолвка, вот и все. У Томми свой взгляд на мир, у меня свой. И поэтому он примкнул к цикадам? Да, твоя подруга Марлин подарила ему надежду. Но Томми такой человек, запала у него хватает ненадолго. Он ушел. Ну и как вы с ним расстались? Кажется, он сказал, надеюсь, больше никогда не увидеть твою рожу. Ого! А он нам поможет? Это мы скоро узнаем. Ну, так или иначе, до цикад мы доберемся. Идем дальше. Ого, а что это? Вот это гидроэлектростанция.
Альбера кто? Она превращает энергию потока воды в электричество. Как она это делает? Слушай, я знаю, что она делает, а не как. Ладно. А как мы переберемся на ту сторону? Вот так. Жди здесь. Что-нибудь придумаю.
Так, Элли, тебе нужно... Знаю, встать на грёбаный плот. Давай, попробуй. Осторожнее с этой штукой. Ладно. Мы команда. Ага. Знаю, мне тоже. Увижу белку, сразу стреляю. Выберемся отсюда, тогда и о еде подумаем. Если помру с голоду, ты виноват. Идем туда. Обойти не получится. Пойдем через завод.